19 апреля в Казанском университете прошла всероссийская акция, посвященная жертвам преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Подробности в сюжете. Великая Отечественная война – событие без срока давности. Память о соотечественниках, погибших во Вторую мировую войну, стала главной темой Дня единых действий в России. Посвященные ей лекции прошли в Институте филологии и межкультурной коммуникации, Институте управления экономики и финансов, Институте психологии и образования и на юридическом факультете Казанского университета. Сегодня мы покажем фильм, расскажем ребятам о том, что происходило в этот день, и они напишут письмо самому себе в будущее. Лекция будет прочитана про Великую Отечественную войну. Мы, конечно же, вспомним все то, что происходило ранее, посмотрим фильм и в дальнейшем оставим частичку памяти для того, чтобы можно было через время узнать то, какие у нас были чувства. В рамках мероприятия был показан документальный фильм «Без срока давности». Личное восприятие событий времен Второй мировой войны студентам предложили отразить в виде письма потомкам. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Фарид Захитоглы, Универньюз. We'll be right back.